Забавная наука. Фокусы поразят твоих друзей. Огромные пузыри взорвут твой мозг. Самые трудные головоломки. И мегафон, который гарантирует победу в матче. Карен, ты меня слышишь? Слышу, Дана. Замечательный мегафон. А теперь подготовьтесь к самому удивительному пикнику на свете. Мы с друзьями отправились на удивительный пикник. Пикник на льду. Нам нужно место поровнее. Это подходит идеально. Пикник среди снега и льда. Чейз взял лопату, чтобы сделать стол для пикника. И все для снежных бокалов. Я сделаю их позже. Но сначала мы сами сделаем себе мороженое. Это займет время. Давайте начнем. Сначала в маленький пакетик кладем чашку сахара, пол чашки молока, пол чашки сливок, немного ванили и в последнюю очередь каплю пищевого красителя, чтобы мороженое было красивым. Теперь закрываем пакет, трясем, и наша смесь скоро станет крепкой, как камень. Дамы и господа, сейчас вы удивитесь. Вы не поверите своим глазам, когда моя ассистентка Грейс взлетит над столом. Абракадабра, фокус-покус. Обычно получается, честно. Может, ей немного помочь? О, нет. Я не могу заставить Грейс левитировать. Но могу заставить всех исчезнуть. Я не это имела в виду. Это мой последний козырь. Эта скрепка всегда срабатывает. Еще мне нужны ножницы, скотч, пустая банка с железной крышкой, нитки, пластилин и лучший друг волшебника – магнит. Чтобы сделать волшебную банку, я отрезаю кусочек нитки и привязываю один конец к скрепке. А теперь прикрепляю магнит за металлическую крышку с помощью пластилина. А теперь скотчем приклеиваю нитку на дно банки. Закрываю крышку, и сейчас моя волшебная скрепка всех удивит. Нужна только моя сомневающаяся публика. Эй, ребята, на этот раз кое-кто взлетит в воздух. Смотрите внимательно. Вы не поверите своим глазам. Барабаны, пожалуйста. Я переворачиваю банку и говорю волшебное слово абракадабра. Смотрите. Скрепка зависла в воздухе. Видите? Я волшебница. Секрет этого фокуса в магните. Он притягивает скрепку, но нитка останавливает ее. Скрепка висит в воздухе, потому что ее тянет магнит. Все очень просто. Я настоящая волшебница. А теперь я превращу Грейс в бабочку. А мальчишек в жаб. Превратишь мальчишек в жаб. Интересно посмотреть. А еще интересно, как Дилан превратит свою смесь в твердое мороженое. Мы с друзьями решили устроить пикник на льду. Мы уже смешали ингредиенты для мороженого. А теперь соорудим суперхолодильник. Берем пакет побольше. Кладем туда маленький пакет, плюс два снежка. Вот так. Посмотрим, замерзнет ли там мороженое. Недостаточно холодно. Мы знаем, как заморозить мороженое. Габриэль кладет в пакет побольше соли.
закрывает пакет, встряхивает. Итак, кладем наше мороженое в большой пакет. Закрываем. И встряхиваем. Теперь мы крутим пакет по очереди, чтобы смесь охладилась равномерно. Пока наш пакет-холодильник замораживает мороженое, Чейз делает свои знаменитые ледяные бокалы. Остальные строят стол для пикника. Николь – супермозг. Она пишет быстрее всех. И очень быстро читает. Думаю, ее супермозгу пора напрячься. Тебе предстоит испытание, Николь. Постучи себя по макушке. Одновременно погладь себя по животу. Поделай так. А теперь стучи по животу и гладь по голове по часовой стрелке одновременно. О, ее блестящий мозг запутался. Наш мозг привыкает двигать рукой определенным образом. Меняя движение, мы меняем программу в мозгу. Иногда рука останавливается, пока мозг обдумывает перемену. Не так уж быстро она учится. Но, кажется, быстро бегает. Вот что значит «используй свой мозг». Джейд и Эшли тоже поработали мозгами, надувая пузыри во дворе. Пузыри, мыльные пузыри. Волшебные, чудесные, великолепные пузыри. Мы с Эшли – волшебницы. Так весело смотреть, как они летят, и гадать, куда они приземлятся. Но они всегда круглые. Интересно, они бывают другой формы? Попробуем пропустить их через другие формы. Что, если я сделаю квадрат? Получится квадратный пузырь? Было бы здорово. Квадрат не получился. Ну, попробуем что-нибудь еще. Моя подружка уже сделала треугольную форму. Но все равно получается шар. У меня идея. Может, нашим формам не хватает объема? Сделаем трехмерные формы. Ты сделал треугольник, а я куб. Думаю, это решит нашу проблему. Прекрасно! Шедевр формы для мыльных пузырей. Опускаем в форму мыльный раствор. Смотрите! Квадратный мыльный пузырь. А в треугольной форме треугольный пузырь. Останутся ли они такими? Опять круглые, несмотря ни на что, но все равно красивые. Создать квадратный или треугольный пузырь невозможно, потому что молекулы соединяются только определенным способом. Они сами выстраиваются в шарообразную форму. По-моему, чем пузырь больше, тем красивее. Вот это чудо! Я тренирую команду по футболу. Но так они никогда не забьют гол. Обходи! Обходи! Справа, справа! Не сюда! Что ты делаешь? Направо! Они меня не слушают. Нужен мегафон. Точно. Натягиваю резинку на середину бутылки. И отрезаю половину.
Мне нужна верхняя часть. Так, проверим. Обводи! Обводи справа! Получилось! Бей прямо! Когда мы говорим, звуковые волны расходятся в разные стороны. Чем больше расстояние, тем они слабее. Но простой мегафон Джордана направляет звуковые волны в одну сторону. От того, что они не расходятся, голос звучит громче и сильнее. Есть! Наконец-то гол! Если будут меня слушать, победа у нас в кармане! Это называется мегафон, приносящий победу. Да, а я хотела бы попробовать мороженое Дилана. Интересно, что у него получилось. Начинаем наш пикник. Чейз доделает бокалы, остальные сооружают стол. Как там мороженое? Какая температура в пакете? 10 градусов ниже нуля. Очень холодно. Хорошо. Из-за соли мороженое затвердело. Поставим пакет на стол. Сейчас попробуем. Мороженое затвердело. Можно раскладывать. Когда Дилан положил в пакет соль, она начала разрушать структуру кристаллов льда, и лед начал таять. Соль растворяется в жидкости. Для растворения нужна энергия. И растворяясь, соль поглощает тепло воды, и она становится холоднее. Холодная вода вытягивает тепло из мороженого. Его температура падает ниже нуля, и оно замерзает. Пикник на льду начинается. Ням-ням-ням. Вкуснятина. Лучшее мороженое в мире. До новых встреч! На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2008 году.